Сегодня в области прибывает вице-министр культуры и спорта Нургиса Дауешев. В зале Дворца искусств он провел встречу с населением, где отчитался о проделанной работе. На встрече за круглым столом в зале искусств говорили о развитии сферы культуры, об актуальных вопросах творческих коллективов. Нургиса Дауешев рассказал о новостях культуры и спорта и выслушал мнения и предложения собравшихся. В приоритете должны быть сельские учреждения культуры, поскольку многие таланты в основном выходят из села. Важно, чтобы местные власти поддерживали сотрудников данных отраслей. Вице-министр отметил, что в нашем регионе в этом плане работа идет не на должном уровне. Кроме того, были озвучены изменения в системе архивного дела и другие вопросы. В планах пребывания вице-министра в области и другие встречи с западно-казахстанцами. Театр – это одна из сторон национальной идеологии. Буквально вчера президент побывал на постановке «Жоши Хан» театра Калыбека Куаншбаева. Сейчас в Казахстане не хватает драматургов. Молодые и начинающие режиссеры работают больше в новых современных направлениях, показывая язык, религию и традиции. Чувствуется хороший уровень и движение вперед. С областными театрами нужно также хорошо поработать. Мало гастролей, мало работы с репертуаром. Об этом я буду говорить и с руководством области.